Всем привет-привет. Что-то у меня губы. Подстерлись. Итак, сегодня я хотела бы рассказать о покупках с сайта AliExpress, которые у меня накопились, наверное, где-то за месяца 4, потому что я сейчас делаю там не так часто заказы. Вот, нет возможности делать их чаще, так скажем, хотя много всего хочется. Вот, это в основном будет одежда для семьи моей, для меня, для детей, для мужа. Вот, если вам интересно, то оставайтесь, меня смотреть. Это были вот такие вот наклейки на ногти, которые ко мне пришли уже довольно давно. Я их показывала в своем блоге. Тут что-то все перекрутилось. Их шла тут довольно много. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, на штук 10 их шло, потому что две, по-моему, я подарила Женечке. А одну я уже активно использую. Вот тут пустая она. И вот эти вот также буду активно использовать. Наклейки мне очень и очень понравились. Все могу их посоветовать. Стоили копейки, а действительно хорошего качества. Здесь совершенно разные рисунки. И вот такие вот цветочки белые, черные. Вот такие вот розочки, сердечки всякие всевозможные, и такие, даже вот есть полосочки, даже не знаю, как их использовать, конечно, и звездочки всякие, и бантики, и сердечки, в общем, куча-куча всего. Они идут в двух цветов, белый и черный, самые ходовые, так скажем. Наклейки просто обалденные, мне очень понравились, в отличие от вот этих вот, например, которые я брала у нас, звездочек, которые наносишь на ноготь, они постепенно сдираются с него и могут просто отпасть ни с того ни с сего. Хотя, конечно, сверху я покрываю топовым покрытием. Эти держатся очень и очень хорошо. Когда я их пытаюсь, уже когда снимаю лак, отодрать, они снимаются с трудом. В общем, суперские, мне очень-очень они понравились. Ставлю обязательно ссылочку, заказывайте себе, кто любит. Я в этот раз заказала еще слайдеры, которые пленочкой снимаются и уже наносятся. Буду экспериментировать уже с ними. Так, ну и начнем с сынулькиных одежд, которые я заказывала. Довольно давно уже к нам пришел вот такой вот костюмчик. Вот такая вот кофточка. Это как спортивный костюм. И вот такие вот штанишки. Вот такие вот. Но я ошиблась с размером, взяла, как обычно, на вырост, а они ему просто огромные. По-моему, я брала это на лет 7 или 8, моему сыночку 5, но я всегда беру на вырост, и там, если учесть, что на Алиэкспрессе часто мало мерят, я взяла на вырост. Обычно я беру на 7-8 лет, и они ему как раз практически, ну, слегка большеваты. Этот же костюм ему просто огромный. И я, конечно, надеялась втайне, хотя понимала, что за такую цену вряд ли, что он будет с начесом хоть каким-нибудь. Но он просто очень тоненький, такой совершенно легкий. Подойдет скорее на позднюю весну, когда еще так довольно прохладно, но уже тепло. Или на раннюю осень. В общем, мне очень понравилось, что вот это все, это просто наклейка сплошная. Полиэтилен, так скажем, вот он шуршит весь. Вот такой вот полиэтилен, и неизвестно, как он поведет себя при стирке. Поэтому вот тут сверху идет синяя ткань, а вот это все полиэтилен идет. То есть очень много полиэтилена получается, целая пол кофты, считай, полиэтилена одного. И, конечно, он не очень, наверное, приятен будет к телу. Вот, хотя сам по себе, в принципе, трикотаж синтетика, ну такой самый обычный. На рост 140 я взяла. 140, хотя у сыночка сейчас 120 с чем-то у него рост. Вот, вот такой вот костюм, большой-большой, ну, будем, конечно, носить, когда дорастем до него. Трико тоже довольно неплохие, снизу здесь идет резиночка, сверху тоже хорошая резинка, не тугая, ничего такого особенного нет. И вот это тоже полиэтилен идет на коленке, то есть как раз в самом таком месте травмоопасно, ну, не знаю, как, скорее всего, это, наверное, все пойдет потом, потрескается при стирке. Ну, зато сколько он стоил, я думаю, что ну, там, на сезон, может быть, его хватит. Ну, вот это, конечно, полиэтиленка.
не очень приятное. В общем, советовать его не буду, этот костюм. Также взяла для сыночка, это еще было летом, взяла две вот такие вот маечки. На Алиэкспрессе большое количество маечек, просто огромное, всяких разных. И они дешевле, чем даже был Риджинс. А по качеству точно такие же. Вот точно такие же, как у Риджинс, один в один. В этот раз я уже взяла 130 рост, и они ему идеально подошли. Вот такой вот синяя с буковкой М. И сзади здесь тоже эта буковка. Трикотаж неплохой, приятный довольно к телу. Ну, тоже такой же трикотаж, синтетика, как и обычно совершенно. И мне понравилась цена этих маечек. Стоили они 100 с чем-то рублей за две. То есть получается по 60 рублей маечки. В Гури джинс самая дешевая, это по 119, по-моему. Если по распродаже там какой-то. И вот такой вот с попкорном, с какими-то мишками здесь. Довольно такой интересный цвет, очень приятный, как у меня водолазка такой же, такой вишнево-сиреневый какой-то цвет. Ну, вполне такой для мальчика подойдет. Вот он его носит, он эти, ну, фу, эти футболки он носит в садик с огромным удовольствием. Вот, они ему нравятся. Швы здесь, в принципе, неплохо прошиты все. Нигде нитки не торчали. Хорошие маечки, могу посоветовать их взять, у кого детки есть маленькие. Ну, хотя вот это вот тоже, конечно, все переводилка. Я еще не стирала ее. Но она не такая плотная, как в там костюме, а довольно так... довольно тонкая, и ее не так чувствуется сильно. Ну, тоже, хотя вот эта переводилка все. Вот, это было, что касается для сыночка. Для дочки я заказывала платье, его показывала также в своем влоге. Заказывала я для нее, но заказывала на вырост. Опять же, я взяла, по-моему, 1,64 рост, и он на мои 1,65 подошло просто идеально. Для нее оно огромное. Поэтому носила его я в конце лета. Такая вот морская тематика, приятное платьице, приятный такой материал. Хлопковый. У нее здесь идет кулиска на бедрах. Вот, ну, конечно, мне она в обтяг и без кулиски. Ну, как не сильно в обтяг, но так довольно так плотненько сидит. Оно короткое. Где-то так вот выше колена. Такое на лето выскочить чисто во двор за продуктами, там, на магазин ближайший, или с ребенком погулять, я думаю, что пойдет платьице. Стоило оно тем более там рублей 300, по-моему, недорого, поэтому возможно в следующем году возьму еще для дочки такое же платьице, только поменьше размером, потому что оно очень мне понравилось, довольно приятное, хорошо смотрится. Тоже могу его, в принципе, посоветовать. Такое вот платьице. Следующее, это я заказала рубашку для мужа. Такая вот хлопковая рубашка с таким вот интересным, вот я люблю, когда смешивают однотонные с каким-нибудь вот орнаментом. Например, вот такой клеточкой. Эта клеточка идет вот здесь по рукавам, также вот внутри. И повторяется на манжетах. И на пуговичках даже клеточка. Вот, материал у нее довольно приятный к телу, похож на хлопок. Но мы не угадали с размером. Вернее, я. Я взяла самый большой размер 2XL, по-моему. Там написано, что он по размерам должен был подойти для моего мужа. У него 50, 52, по-моему, русский, да? Вот, но она ему в обтяжку очень сильно застегивается, но застегивается очень плотно. Поэтому, скорее всего, мы отдадим или брату я своему отдам, он похудее моего мужа, или моему папе, он тоже похудее. Вот такая вот. Ну, она стоила 300 рублей, в принципе, не так жалко, но очень... Я хотела мужу такого красивого цвета синего рубашку, и это самый большой размер, я уже не смогу заказать ему такую, большего размера, к сожалению. Хотя рубашечка приятная, очень хорошая. Нигде ничего не торчало, очень приятная рубашечка, мне она понравилась. Поэтому, у кого муж где-то 48, 48-го, 46-го размера, если такие мужья бывают, конечно,
то она ему отлично подойдет. Моему, к сожалению, она маловато. Вот такая вот интересная синяя рубашечка. Это хлопок, по-моему. Хлопок, довольно приятный материал. И за ту цену вообще супер. Ну и для себя у меня было две покупочки. Это вот такая вот кофточка с цветочным принтом. Я про нее писала отзыв, оставлю ссылочку внизу. Если кому интересно, как она на мне смотрится, то зайдите, посмотрите. Вот такая вот. Очень приятная. Кофточка, она мне очень понравилась. Началось все с того, что я зашла в Glory Jeans и увидела нечто похожее. Тоже она была такого серого цвета, а спереди был цветочный принт. Вот, и стоила она 990 рублей, то есть из новой коллекции, дороговато мне показалось, хотя, ну, видно, что Китай, Китай. Стоит стоимость ее, ну, 200-300 рублей, не больше. Жалко было, честно говоря, переплачивать такую стоимость, но она мне очень понравилась, очень понравилась, как она смотрела. Смотрелась, я ее померила, и я начала искать на Алиэкспрессе нечто похожее, и нашла вот это вот. Очень приятная кофточка, интересно смотрится, она как бы такая, не с таким детским принтом. Здесь спереди это как шелк что-то похожее на шелк, вставка. А это обычный такой синтетический трикотаж, так скажем. Брала я размер М-ку на мой 46, она мне идеально подошла. Очень приятная кофточка, всем могу ее также посоветовать. И также давно я хотела себе какое-то платьице в горошек. Вот это всем известное платье. По-моему, оно даже есть у Маргаритки Старбэби. Я видела, она в нем снимает видео. Похоже, по крайней мере, на такое платье. Это обычная синтетика, тянущаяся. Обычное платье в горошек. Вот такое вот. Оно тянется хорошо. Я брала 2XL. Но оно мне так прям даже свободное. Хорошо сидит. Я не люблю, когда синтетика очень сильно обтягивает. Это смотрится как на гусенице, на складке. Вот, поэтому оно мне немножко свободное. И мне нравится, как сидит оно. Оно, конечно, очень тоненькое такое. На зиму оно не очень подойдет. Если только выйти куда-то там в кафе, вот как я ходила в нем в пиццерию недавно. Мы с детьми ходили в Инстаграме, фотографии там есть. И мне Юля написала, что не очень идет этот горошек. Мне самой он нравится. Нравится, как смотрится это платье, как оно сидит на мне. Вот. Ну, довольно приятный такой. Хоть и синтетика, но довольно приятное к телу. И не обтягивает сильно. И смотрится довольно приятно этот горошек. Давно я хотела себе платьице именно в горошек. Мне оно очень понравилось. Буду с удовольствием его носить. Возможно, даже на Новый год его одену, потому что какого-то особого праздника у нас не предвидится, а посидеть с семьей, я думаю, что будет достаточно. И пришли мне вот тут вот трусики с Алиэкспресс. Заказывала я для мужа две пары. Тут Зая лежит. Зая, помаши всем привет. Привет, скажи. Вот такие вот под Calvin Klein. Двое трусов идет в одном лоте. Одни такие серые я взяла, другие черные. Они тут идут с проветриваемым отверстием. Качество неплохое. Хорошо все прошито. Стоили они что-то там 58 рублей, что ли. Здесь хорошо все прошито. Резинка. Значит, я брала размер XXL на 48 русский. Я думаю, что должны ему подойти, по крайней мере, так визуально. Я вижу, что они ему должны быть как раз. Вот. Получается, они, естественно, они новые. Только получила их. Не ношеные еще. И по 58 рублей. Я считаю, что хорошая цена. У нас они стоят по 100 с чем-то рублей. В любом случае, ну, дороже. Последнее, что я хотела показать, это был чехол на мой телефон. Вот такой вот фиолетового цвета. Очень приятная такая матовая поверхность у него. Но я его сейчас... Вот этот вот мой, который у меня был розовый. Вот с таким вот крышкой. Внутренний его весь... Пластиковая вот эта рамка, она вся полопалась. Я ее выкинула, и мы заменили на вот тот, что я заказала, фиолетовый чехол. Мы приклеили к нему вот эту верхнюю крышку, чтобы не царапалось верхнее покрытие, потому что она у меня в сумке валяется телефон, и вот эта вот верхняя поверхность царапается. Поэтому мы сделали вот так вот, совместили два чехла и сделали один нормальный уже. Вот, ну, обложка эта сама по себе очень
классная. Мне очень понравилась эта матовая поверхность на обложку. Ну, обычная пластиковая. Ну, самая такая недорогая она. И теперь у меня получилась такая фиолетово-розовая. Фиолетово-розовый такой чехол. Он у меня сейчас пока один. Телефон мне очень-очень нравится для тех, кто, кому интересно. Такой вот чехол я заказала. Ну, вот это были все мои покупки с Алиэкспресс за последние, наверное, месяца 4. Вот, сейчас ко мне идет еще много всего интересного. И поэтому попозже сниму ролик. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока.